Поддержать российские власти в воссоздании на территории Москвы копии разрушенного в Кутаиси памятника героям Великой Отечественной войны. Такое решение было принято по инициативе председателя ПКРМ, третьего президента Молдовы. Владимир Воронин предложил также организовать сбор средств среди граждан страны для воссоздания этого монумента. В ПКРМ уверены, что на ее призыв откликнутся все люди доброй воли, как в Молдове, так и в республиках бывшего Советского Союза. А воссозданный памятник станет символом объединения всех, кто чтит и помнит героев прошлого, спасших мир от коричневой чумы, всех, кто ценит свободу и прогресс, всех, кто готов каждый день бороться с манкуртами и вандализмом. Напомним, с первых же дней после прихода к власти в 2001 году партия коммунистов Молдовы развернула активную работу по восстановлению музеев, памятников и мемориалов, посвященных героическим событиям времен войны с фашизмом. С тех пор по всей стране были отремонтированы или отстроены заново сотни таких объектов, среди которых крупные мемориальные комплексы в Шарпенах и Кишиневе. ПКРМ считает такое отношение к своему прошлому естественным для любого цивилизованного общества и осуждает решение властей Грузии, которое можно расценить как кощунственное неуважение к собственному народу, к миллионам погибших в войне.